Двойное гражданство, тройное гражданство, гражданство вообще – это анахронизм, который, наверное, в середине этого века, может быть, кто-то и доживет, уже не будет вообще восприниматься никем. Но уходит это понятие граница, пересечение границ. У нас сегодня электронный мир, в котором мы живем, позволяет вам решить все проблемы, связанные с вами, в том числе и в ситуации, когда вы не выходите из комнаты. Не будет разницы между пересечением границы и вашим появлением или времяпровождением у себя в квартире или в кинотеатре. Вы все время будете вот в этом электронном объеме информации, который уже существует. И для этого вот специальные препоны, рожденные при Александре Великом или при еще знаменитых великих персах, они сегодня бессмысленны. Граница – это анахронизм, который отпадет буквально в ближайшее время. Люди поймут, что сама по себе система границ, приграничных, таможенных, каких-то других регуляций – это все из области интернета, это все из области виртуального или компьютерного пространства. А все, что мы вот привыкли считать и родившись с этим, мы не должны думать, что это будет вечно. Я думаю, что это отомрет буквально в ближайшие 10-15 лет.